Мультстудия «Фантазеры» представляет мультипликационный фильм «Берегите лес от пожара». Эх, ворону вы узнали? Здесь по лесу я летаю, всюду сплетни собираю. Любопытнее ворону не сыскать во всем районе. Всюду суну я клюв свой и скорее лечу домой. Дождалась? Кто-то идет, странный разговор ведет. Спрячусь лучше я за дверь. Да увижу, что за зверь. Все, привал, уже пришли. Место классное нашли. Здесь и хворост, и дрова, все, что нужно для костра. Дрова кругом сухая, вмиг костер заполыхает. С ним нам будет веселей. Доставайте все скорей. Разведем костер большой, а потом пойдем домой. И тушить его не надо, дождь пройдет, зальет как надо. Что-то очень я устал, не пора ли на привал? На костре сосиски жарить я большой профессионал. Видишь, искры полетели, ветер их несет на ели. Может загореться лес, побежим, опасно здесь. Вот они, голубчики, как вести себя в лесу не знают. Правила пожарной безопасности не соблюдают. Нехорошие мальчишки, хулиганы-шалунишки, потушите свой костер, ведь огонь ужасно скор. Бросите костер, тогда будет от него беда. А ну лети отсюда, пернатая, пока из тебя курицу гриль не сделали. Вверх взлетела, не достать. Надо быстро убегать, дым клубится до небес, это загорелся лес. Все, попались, господа, но один я набираю и пожарных вызываю. К нам скорее сюда спешите и пожар наш потушите. На машине я как раз и мчимся мы вперед, тут тяжелый и опасный нас пожарных ждет. Вы пронзительные сирены оглушить. Будем и водой, и пеной мы пожар тушить. Что вы, люди, натворили? Вы природу загубили. Как же лес, а как же звери, птицы? Где сейчас им поселиться? Мы посадим деревца, чтобы птицы пели, и для белочек дубочки, сосенки и ели, и для всех зверят кругом будет лес зеленый дом. Спасибо вам, спасли меня от бед, но может через много-много лет здесь расцветут деревья и цветы. Природу, друг, ты береги. Пожар в лесу, беда большая, когда с огнем дети, играя, шалят и поджигают лес, сгореть он может просто весь. Ребята, помните о том, что нельзя шутить с огнем.